До 1 июня любой желающий может выбрать понравившееся стихотворение рассказовских авторов, записать его прочтение на видео и принять участие во втором этапе проекта «Послание в будущее». Свое видео-стихотворение представила новая участница Евгения Лаврентьева. Евгения выбрала поэтическое произведение Галины Афанасьевой «Рассказова отчизна». Участница читает о том, что город Рассказово развивается и растет, и причина этого – неустанный труд рассказовцев. Так пускай красуются аллеи и дома, пусть радуют собою новая весна. Будем мы стараться, трудиться и расти, выйдем на субботник город подмести. Рассказовские поэты предоставили большой выбор произведений для участников второго этапа, поэтому стоит поторопиться и выбрать свое. Времени осталось совсем немного. Имя победителя конкурса «Минуты рассказовской поэзии» станет известно 12 июня. Автор лучшего видеостихотворения получит сертификат на сумму 3000 рублей от магазина «Бестмен».